Всем здорово, всем привет. Это новый выпуск «Еды человека». И сегодня я решил попробовать. Купил, точнее, в красно-белом, совершенно случайно, по сути. Шел за шоколадкой. Говорю, есть у вас белый шоколад? Они мне показывают. Вот, единственный вот этот по суперцене. За 169 рублей. Choco and Nuts. Или Nuts. 200 грамм. Белый шоколад. Но только здоровая упаковочка. По сути, я прикинул, сейчас примерно рублей 90 стоит какой-нибудь вшивенький белый воздушный в обычном магазине. Причем там 80 грамм. То есть они все урезают, все меньше и меньше и меньше получается. Вот. И, соответственно, вот этот шоколад получается еще и дешевле. Если за 159 ты берешь 200 грамм нормального шоколада. Причем с цельными орехами, как мне сказали. Я купил, сделан он во Франции. Сейчас посмотрим вообще хорош французский шоколад. Сделан, видимо, специально для красно-белого, потому что заказчик челябинский Одиссей. Вот, 200 грамм. Ну и зачитаю состав. Где по-русски белый шоколад с цельным фундуком. Состав: сахар, цельный фундук 25%. То есть тут получается четверть шоколадки. Вот столько вот. Это чистые орехи. Это неплохо, считаю я. Я люблю вообще фундук. Это один из моих самых любимых орехов. Ну, гораздо лучше арахисов шило, которые везде этот арахис, короче, пихают еще и какой-нибудь такой не очень свежего состояния. Значит, цельный фундук 25%, масло какао, молоко сухое, сыворотка, сливки сухие, эмульгатор, подсолнечный лецитин, ароматизаторы. Все, больше ничего нет. Общее содержание сухого остатка какао не менее 25%. Крутяк. То есть, считайте, здесь вот пол шоколадки берешь, половина половинки получается, четверть цельные орехи, половина половинки, это у нас какао. И на первом месте по содержанию сахар. То есть получается, ну действительно, по составу шикарный шоколад. Ну и сейчас заценим. Как-то он, конечно, так запакован. Фольгу. Толстая фольга. Но как-то, знаете, такое ощущение, что вот его можно было где-то развернуть. Ничего не упакован, ну не заклеен, ничего. Просто завернут в фольгу. Ну и видно здесь, что цельные орехи. Ну выглядит на самом деле неплохо. Сразу начинает прилипать к рукам. О, такая плиточка нарисована. Нарисованы здесь зерна какао. Ну, выглядит неплохо. Сейчас оценим. Самое главное, чтобы и на вкус он был хорош. Я вам скажу, ну, орехи-то они и в Африке орехи, не очень, конечно, крупные, ну, такие фундук. А вот сам шоколад реально как в киндере. Киндер-сюрприз, там же есть этот белый шоколад. Вот по вкусу прям как оттуда. Лично на мой вкус просто 10 из 10. Потому что в киндер-сюрпризе белый шоколад – это самый мой любимый шоколад. Именно в яйцах киндер-сюрприз. Не которые там отдельно ломтиками, там еще как-то продаются, а вот именно яйца киндер-сюрприз. Вот там, где белый шоколад – это мой самый любимый белый шоколад, который я ел. И вот здесь такой же на вкус. Реально крутая шоколадка. И с сахаром не переборщили. То есть он не какой-то приторный. А прям такой нежный вкус у него. Вообще крутая шоколадка. Если что, смело бери. За 159 рублей, ну не знаю, кому-нибудь подарить, например. И упаковочка такая. Ну, коробочка как-никак. И действительно крутой на вкус. Это прямо радует. И 200 грамм. Не 150, например. Прям крутейшая шоколадка в красно-белом продается. Рекламу никому ничему не хочу делать. Ну, действительно вкусно. Если любишь шоколадки, особенно любишь белый шоколад, по-любому бери. Помню, я ел в свое время Риттер Спорт. Ну, тоже шоколад, позиционировал, что с цельными орехами такими. Брусочками продавался по 100 грамм. Ну, все его знают, он сейчас продается.
Тоже очень вкусный шоколад. Так вот, вот этот шоколад вкуснее, чем Риттер Спорт. Он какой-то более нежный, что ли. Сам шоколад. Ну и орехов реально дофига. Прям действительно вкусная шоколадка. Ну ладно. Буду есть. Хочется налить чайку себе. Шоколад крутой. 10 из 10 по-любому. Made in France. Ладно. Давайте всем пока. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, если попробуете эту шоколадку. Как оно вам? Или советуйте какие-то свои. Вкусные продукты. Сладости. Еще что-то достойное еды человека. Ну, и всего хорошего. До скорых встреч. Конечно же. Кроме того, что ставьте лайки, делайте репосты. Этим вы мне очень сильно поможете. Спасибо большое. Давайте, всем пока.